მიგდნენ მშვიდობიანად რა. ერთმანეთს ვერ არჩევთვის. ორივე მხარე კარგია. მხარეების შეთანხმებით უფრო მოგვარდება ყველაფერი. ძალიან მომგვარდა. და შერიგდნენ და დაზავდნენ. და გადაწყვიტო სახელმწიფო დონეს შეხვედრებაც მაინც ხოს. მე ფიქრობ რომ არ უნდა იჩხობო და მორიჯდები. ყორდა ხოცოდეთ და მე თათარინგი მიმგარმინგი აღწებედი. Ուզնանամ կոկնո չդեմինսին։ Երինգը բանը մենի միջոցառնեն վերջացնեն օկնին։ Ընդի Խարևանեն, ընդի Խարևանեն եսին, ախար հանկիս կենատի։ Ամոնուժն շատ կամոտ վայնա նադա, зачем это нам нужен вообще так։ Ну надо это организация есть, специальный есть такие организации, люди погибаются. Они говорят, территория наша, они там армяне живут все. Если Турция сейчас размешивается на этом конфликте, я так думаю, не знаю, правильно или нет, эта война не так долго не держится. Насчет России, они тоже сейчас ничем не помогают. Объединиться вместе, что-нибудь с Грузией, всем, ну все народы, ну в конце концов, за что они умирают, за что? Кто может регулировать? Весь мир знает, что они нападаются. Это весь мир знает, это их земля, они жили там веками. Они вышли, силы есть, все равно, ничего не сделали. Россия сотрудничает с Арменией, понимаете? А это Горный Карабах отдельно, он не считается государством. Не считается государством. Если государство не считается, тогда помогали. Вечера, а вот у нас, вечера, у нас, 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 у нас